Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Life is Strange. Игра у нас растягивается, это, видимо, такой достаточно долгий эпизод. Интересно, что все-таки будет в конце, что-то мне говорили, что конец будет, опять же, еще более шокирующим, чем прошлый. Ну что ж, обычно вообще у меня на 5 серий это растягивается, но здесь, чувствую, будет уже побольше. В прошлой серии мы поговорили с Фрэнком, и мы с ним много вздорили. Один раз даже замочили, один раз стрельнули пулей. И в третий раз воткнула Хлоя ему ножик в ногу. Ну, надеюсь, это к лучшему. Надеюсь, что это лучший вариант. Что ж, давайте. Ну и мы там разгадывали загадочки. Давайте вернемся в игру. Там, в принципе, все так достаточно очевидно. И это мне нравится. Thanks так. To David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Nathan, что, ё-моё. David should have done way more than take photos of Kate. Так, Кейт Марш, она что-то знает. I hope in this case that David has good tracking skills. Так, ну это ВНПКС, вот это вот интересная вещь, это походу, наверное, то, что нас интересует. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. А что он там? Да, Кейт всегда идет на занятия с иным и тем же путем. Слышал, что Кейт говорили о припасах. А, ну это мы читали. Так. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Что? Так, Рэйчел не появлялась. Рэйчел Уимбер была задержана в Академии Блэквелл, находилась в состоянии наркотического опьянения. Сообщение поступило от Дэвида Мэнсона, начальника службы безопасности кампуса. Он рассказал, что видел, как она пыталась спрятать подозрительный пакет. Когда офицер попытался задать мисс Эмбер пару вопросов, она начала угрожать и все отрицать. В пакете был найден ряд незаконных препаратов. Для более подробной информации смотрите прикрепленную страницу. Look at all these license plates. Так, только тут номерные знаки. I hope he was tailing Nathan. Твлгдзна. Ну, наверное, это и то нужно совместить. You need to get rid of these damn cameras, David. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. At least David was finally going after the right suspect. Ну да. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been. Я был удивлен неожиданному визиту Рэйчел Эмбер. Она была расстроена, утверждала, что Дэвид Мэдсон следит за ней повсюду и фотографирует. Дэвид отрицал это и продолжал утверждать, что она связалась с плохой компанией. Не уверен, что могу ей сейчас верить. Так, ладно, все, давайте. Это выбираем и вот это. Так, подожди, еще что-то третье. Вот это, наверное. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Зацепки Дэвида. Что, я опять правильно выбрал? Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? ТВНПКС. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Так, ну это скорее всего. Interesting. Is this Nathan's car? Похоже. Who does this car belong to? Так, подожди. С фахатуна дыру и заклеена эта штука. Да, да, вот эти вот две выбираем. И не того на покусу, а софахуту на дыру. Who else was David tracking here? Вот он. Вот он, софахуту на дыру. Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. Chloe,
Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Так, ой, ребят, тут нужно 5 сек мне отлучиться. Так, хорошо, сейчас 5 сек. А вот и я. Так. Единственное, что... Я там забыл просто на закачку поставить очередную серию The New Beginning. Так, и у нас остались зацепки Нейтана, давайте изучать. Have to analyze Nathan's messages. What can help me unlock this? Ну, у нас тут явно телефон. Oh, there has got to be some good shit in his phone. Зацарапанный весь задранный. Так, ну-ка. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Возможно, этот пин 4 единицы. There's a lot of numbers in here. ГПА 37. Телефон, домашний телефон, рабочий телефон. Это явно не подходит. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Это что такое? If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Рэйчел в проявочной, Рэйчел в проявочной. Так. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Здесь все может быть пин-кодом. Я офигею. Нам надо 4 вообще выбрать. Это сопоставить нужно. Или сток. I'm so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Уважаемый мистер и мисс Прескотт, мы с сожалением сообщаем вам, что вопреки многократным предупреждениям нашему снисхождению, Нейтан за прошлый месяц постоянно срывал уроки. Из-за эмоционального срыва введений в литературу мисс Хойды он был отправлен в свое общежитие, однако в дело это не прошло. У Нейтана громадный потенциал, но еще и крайне эксцентричное поведение, которое требует отдельного надзора, что за гранью возможностей Блэквелла. Академия больше не может терпеть подобного, поэтому мы надеемся, что вы поговорите с Нейтаном и разнесите всю серьезность ситуации. Короче, это херня. Ладно, выбираем вот это. Выбираем вот это. Выбираем вот это. И выбираем вот это. Остальное, походу, к делу не относится. Окей, Макс, let's blow this code up and go home. Сейчас как-нибудь вычислим. Только что-то низко ты повесил. Let's start hacking. Так. Нейтан что-то написал, подожди. Назад. СМСину. Готовься сдохнуть, шлюха. Ты рыскала моей общаге, не видать тебе стипендий. Да, ну ладно. Подумаешь. Что и что? Мобильный 1010. Навряд ли. Ну как это сопоставить-то? Так, что у нас тут? Сим-карта. А, так мы только его открыть можем. Назад. Трындец. Как я должен догадаться? 9535 попробуем.
bad code. Не то. Что здесь, как вообще, с чем? А, подожди, ну-ка. Так, мобильный 555-101, ну-ка. Ничего не вижу здесь такого. Ничего не вижу. Но вряд ли ж. Make sure to change it. Ну. Я чего-то не нахожу. Телефон. Ну, давайте я запишу все эти цифры. Так. 01987063. Это тоже 101 0 и 8 603. Ладно. Давайте тогда глянем на листок и поищем, что у нас здесь есть. 0198, есть что-нибудь? Да нету. 7063. Тоже нету. Это 9535 или это 2535? 9535. Так. Чё я там смотрю это все? 3988542. Что это значит? 0945. Давайте попробуем. Значит, 542 подчеркнутое красным. Ну-ка. 3,7. Тоже красный. 542, 3,7. Ой, что-то какая-то загадочка, честно говоря. Непонятное. Ну давайте попробуем 0945. Так. 0945. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Так, я не понимаю. Ну-ка, может, Хлоя подскажет. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Я не знаю. Just call if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ладно, я в паузу пока. Так, короче, я разблокировал, лазил кучу времени, и оказывается, это была дата его рождения. 08.29. 20, там написано August 29. Можете посмотреть. Повводил практически все пины, которые были на той бумажке. Это мне ничего не дало. И решил, что стандартная человеческая вот эта фигня, дату своего рождения. Сначала попробовал год 1995, но не подошло. Потом 08.29. Сначала даже ошибся, блин. Там было написано 0... Я написал сразу 09.29, типа сентябрь. Ну это же август, 08. Все, нормально. Мы уже, честно говоря, появлялись мыслишки, чтобы подсмотреть. Но я решил, нет, я не буду это делать. Загадка нормальная, хорошая, все в порядке. Не такая дурацкая, как... The New Beginning. Все, давайте читать, что здесь у нас в телефоне. Как делишки нужен героинчик, я так понимаю. Хорошо, ништяк.
Сука, ты продал мне воду. Успокойся, принеси мне, несу к трейлеру, не приближайся, на пляже копы. Да, прикольно. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Так, чё он там? Ты дома? У нас тут туса. Я дома. Выезжаю, готовь наркоту. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Ну-ка. Здоров, мне нужно пополнить запасы как можно скорее. Я не занимаюсь доставкой на дом, у тебя есть машина. Времени нет, заплачу в два раза больше. Еще бы. А возьму налом и без выебо. Блин, извиняюсь, я не могу материться. Скажи мне адрес и без бы. Так, могу дать тебе точные координаты. Выезжаю, готовь деньги. Так, следующее. Наркодилерская драма. Ну что там? Спишь, братух? Да ёб чёте. Пиранской чешуйки. Снежная кислота. Будешь платить по ночному тарифу. Не заставляй меня ждать, братиш. Прости за то, что я такой мудак. Мне нужно ещё. Ты дома? Да, не приходи. Отпип. Так, следующее. You're out of control. Что у него там? Привет, нужна трава и все остальное. Сейчас. Успокойся, ты под кайфом? Скоро буду. Подсоби, братишки. Братиш, подсоби, а? Встретимся на пляже и не выделывайся. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Держи свой рот на замке, умник, иначе я навещу тебя. Я знаю, где ты живешь. Угу. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Эй, шлюха, феминизм будет истреблен, берегись. Следующее. Так, убедительно прошу, не звони мне, когда я на работе. Я ведь уже говорил тебе, а то, что ты был под кайфом, больше не оправдание. Это настоящий бизнес, а не какое-то хобби. Хочешь, чтобы я обращался с тобой как с взрослым, который сам может справиться с проблемами? Впечатли меня. Мое единственное желание гордиться тобой. Пока что это не так. Ну что, нормально все. Так, изучаем все. Take a breath, Max. Go through all this data, and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ребята, вы шутите, что ли? То их же здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А, ну по 5 каждого. Так. Так, что там относилось к шлюхе, по-моему, да? Так, наверное, пати. Все, короче, вот это вот выбираем. Так, пасы сегодня. Единственное, вот это. Может быть, еще. Все, так, туса, туса, туса. Убираем вот эту. Так, теперь. Это какое число-то там было, подожди. Десятого ноль четвертого. Хорошо. Когда у нас, кстати, пати? So, this infamous party was the Да, вот. 10.04. Все верно. Академия Блэквелл. Это подсказки все. Академия Блэквелл и 8.00 PM. PM. Ну хорошо. Так, хорошо. Это что у нас? Ага.
10.04 надо выбрать. Найти. Вот оно, так. Ну подожди, 5.40 PM. Так. Что тут у нас? 60 трава, спиды и кокаин. 500 баксов, ни хрена себе. Так. Значит, это, но у нас 8.00 PM, поэтому после нужно. 10.07. 10.07. 10.07. Блин, все 10.07. 10.07. Так, вот. Рот. Bot Dogs. Вот, походу, это ни хера себе. ГХБ какого-то 5 грамм, 250 баксов. Трущобы. Хорошо, вот это выбираем, значит. Так, и теперь... Так. Да, трущобы. 10.03. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. 10.04. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. 10.04, 6.23 PM. Не, подожди, что там написано? Трущобы. Трущобы. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Это лес. Somebody is stocking up on gas. Why? Трущобы. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Not much out there. Так, вот, 10.04, 10.56 PM. Не, подожди. Подожди, во сколько он там? 11.00 PM, 10.04. Давайте я запишу еще разок. Так, 10.04. 11.00. Трущобы. Broad Brow Docks. 10.03. 10.03. Нету здесь. Эти два отметаются. That beach is like Frank's main office. Это нет. Тоже отметается это. Здесь есть 10.04, 6.23. Так, значит, вот это под вопросом. Ну, это похоже на трущобы. Так, 10.04, 6.23 PM, ладно. Ну это не трущобы. Это. Ну вот, вот оно, 10.04, 10.56 PM. Вот оно, выбираем это. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Значит, вот это. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Да, блин. Looks like this isn't the right combination. This is like goddamn math. I suck. В чем проблема? Так, я на паузу пойду все проверять.
Так, я залажал, затупил. 5, должно быть вот это, 5:40 PM, скорее всего, в Блэквилле. Потому что вот 5:40 они встретились. А тут он типа 5:27. Надо было и поэтому еще смотреть. Так, ну а сейчас найдем Блэквилл. Это Блэквилл. Похоже на то. Так, 10.04, 5:36 PM. Вот оно. Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations, and transactions in the evening. Блин, ну. Почему нет? И ладно, я пошел дальше. Так, ну тут у нас еще есть вот это вот. Вот это, 10.04 вечер. Ну давайте. Значит, это у нас тут после 10 PM. Хорошо, выбираем тогда эту. Опять же вот эту. 11:00 PM. Ага. Значит, у меня все-таки, в принципе, все шло нормально. И вот эту. Все, я сначала догадался, только смс-очку неправильную выбрал. Все, я молодец. С первого раза выгадал практически. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Так надо туда съездить. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm вот shocked. Так вот. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? Mm-hmm. That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. Ну вот именно ничего I'm not scared этого at all. Паренька. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Компьютер надо было выключить и закрыть. Дуреха. Ладно. На этой замечательной ноте тогда закончим. Я там долго просидел слишком с этими загадочками, но и... Пик на него ведь, правильно, правильно. Поэтому давайте на этом заканчивать. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Всего вам самого наилучшего. С вами был Юра. Пока-пока.